папа сейчас придет и спросит, что ты рыдаешь, что ты ему... За что она? Придется рассказать тогда о твоем поведении. Что сказать, по что? Орала. За то, что ты с ним. Орала. Если ты будешь рыдать, если ты не успокоишься. Не хочу, ты... Ну так не рыдай тогда для начала. Для начала перестань рыдать. Ты меня слышишь? Не скажи. Ну, не расскажу, если ты перестанешь рыдать. А чё? Так. А чё меня снимает? Ну, потому что твои. Ну, чё? Тёма, иди в другую комнату.